Приветствую вас, дамы и господа. С вами проект Elite InfoBiz. Сегодня мы тестируем такой сайт, как форум Александра Мальцева, точнее, заработок в интернете. Здесь присутствует такая строка, как методы заработка в интернете. Обзор сервиса PayStreet от Александра Мальцева. Доброго времени суток. Сегодня он хочет поделиться с нами агрегатором PayStreet, с помощью которого он вернул все свои денежные средства, заплаченные мошенникам. Собственно, здесь идет ознакомительный видеоролик с обзором на саму PayStreet. Давайте с вами откроем в новой вкладке сам канал данного, так скажем, обзорщика, если так его можно назвать. Собственно, на данном канале мы видим 15 подписчиков, парсалаты, паучок, любимый сад, про все, про томаты. Собственно, нас это не интересует. Давайте с вами знакомимся с информацией чуть ниже. Он дорожит своей репутацией и гарантирует, что платформа PayStreet возвращает денежные средства с сайтов мошенников. Мы с вами ищем, как вернуть деньги в интернете, верно? С различных опросов других мошеннических сайтов. В общем, поздравляю, мы с вами его нашли. Сейчас мы с вами получим реальный честный сайт по возврату денежных средств. Ну и, собственно, за год работы с данной компанией ему удалось вернуть ни много ни мало более 5 миллионов рублей. И это только накопление. Хотите найти что-то лучше? Удачи. Google поиск, однако, более простой, плативший платформу он еще не нашел. Вот его контакты, собственно, он на связи ежедневно по всем вопросам. Тут присутствуют отзывы по поводу данного сайта и самого Александра Мальцева. С ними вы сможете ознакомиться сами, перейдя на данный сайт. Давайте перейдем на сайт PayStreet, платформа PayStreet. PayStreet является агрегатором возврата денежных средств. Собственно, обработал он транзакции за 24 часа 19890, заблокировал 154 транзакции. Ну и вот их, собственно, соцсети, которые также не нажимаются. Здесь нам рассказывают о том, чем является данная платформа. Данная платформа является платформой по начислению бонусов и комиссионных за завершение интернет-платежей, а также поиск заказанных выплат сайтов и платформ по заработку, не зачисленных на наш с вами счет. Комиссия от 0,9 до 2,3. Собственно, оборот составляет 21 миллиард рублей с период 365 дней. Здесь нам рассказывают про саму платформу PayStreet. Данная платформа является крупнейшим агрегатором, специализирующимся на возврате комиссионных платежей, предоставляющих возможность по поиску и выплате заказанных средств на вывод сайтов и платформ по заработку через все типы платежных и электронных систем. Собственно, это является единственным официальным интегратором большинства крупнейших банков. Благодаря тесному сотрудничеству с банками-партнерами мы с вами предоставим услуги возврата. Нам с вами предоставят услуги возврата возможных комиссий, бонусов и не поступивших нам с вами заказанных на вывод заработанных средств с платформы сайтов. Здесь география работы по возвратам платежей. И что самое интересное, у них не находится ни одного, если так можно назвать, ни одной конторы в России, там, в том же, в странах СНГ, только вот в Европе. Собственно, здесь отвечают на часто задаваемые вопросы. Если вам интересно с ними ознакомиться, вы также можете перейти на их сайт, пролистать вот сюда и все здесь прочитать. Здесь нам говорят с заботой о нашей с вами прибыли PayStreet. Давайте с вами проверим выплаты. Здесь присутствует такая вот кнопка. Идет создание нашего с вами личного кабинета. Это является картинкой. Там было открыть изображение, я просто не успел нажать. Собственно, памятка. Нам надо заполнить форму ниже для поиска совершенных платежей. Давайте с вами выберем банковскую карту. Введем неверное имя и последние 4 цифры неверно. Давайте введем 5 цифр. И если данный сайт будет их проверять, она спросит 4 вести, нам выдаст ошибку. Давайте найдем выплаты. Идет поиск. Это также является картинкой, хочу вас замерить. Вот на этот раз я успел нажать. Это также является картинкой. Собственно, идет поиск по нашей с вами заявке, и нас просят не закрывать окно браузера до окончания завершения операции. Собственно, они нашли на нашем с вами неверно введенных реквизитах незавершенную выплату. Собственно, транзакции от счастливый email 23 тысячи, социальный грандиозный опрос 57340, токен плюс 33500 рублей. Ну и, собственно, вот, внимание, наша транзакция в размере 182 700 рублей составляет, и нам необходимо отправить ее в течение 19 часов, иначе вся сумма в размере 182 700 рублей будет возвращена отправителю социальный опрос. Для операции вывода средств заполнить заявку на вывод средств ниже. Собственно, банковскую карту ведем неверно ведем реквизиты. Закажем, собственно, вывод средств. Также это является изображением, но постоянно делаю вид того, что происходят какие-либо загрузки. Это уже для нас такая галочка. Собственно, нам надо оплатить 290 рублей в связи с лимитами платежных систем. Перевод будет отправлен нам двумя разными частями в течение 10 минут. И, собственно, комиссия, запрашиваемая за перевод первой, я так понимаю, части, является 29 сотых, точнее 290 рублей. Давайте оплатим с вами 290 рублей, выведем деньги. На данный момент я приостановлю данный видеоролик, дабы оплатить и, собственно, не томить ваше время, а после оплаты я его возобновлю.
Спасибо за ожидание. После оплаты нас говорят, что вот, внимание, причина ошибки установлена, произошла какая-то рота ошибка, что нам надо воспользоваться экспресс-счетом, чтобы не платить МБФЛ. Собственно, наши с вами денежные средства зачислены на экспресс-счет, наш с вами баланс 182 700 рублей, и чтобы нам их отправить и не платить налог на доход физических лиц, необходимо, чтобы средства мы получили как экспресс-перевод. В таком случае налог с них не взимается. Собственно, стоимость аренды экспресс-счета на один день составляет 515 рублей, и нам надо оплатить аренду экспресс-счета, чтобы вывод средств совершить на данный момент моментально. Собственно, но после того, как мы с вами оплатим данные 515 рублей, с нас пишут еще 1200 рублей за конвертацию валюты, 629 рублей за внесение в кадастр, ну и в конце концов 1191 рубль за подключение тарифа максимум. Давайте с вами подводить итоги по данному сайту. Данный сайт является мошенническим, его я вам категорически не рекомендую. Надеюсь, данный видеоролик оказался для вас полезным. Если так, то ставьте свои лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Спасибо вам за просмотр. До свидания.